Благоустройство – понятие довольно обширное. Оно включает в себя комплекс работы. Посадка и санитарная обрезка деревьев, уборка газонов, тротуаров и остановочных пунктов, ликвидация несанкционированных свалок, борьба с листопадом. К слову о последнем. Осенняя уборка листьев. В Бресте ритуал такой же обязательный, как уборка снега зимой. Насколько оперативно и эффективно реагируют на традиционное октябрьское явление природы брестские коммунальщики, говорить не приходится. Достаточно лишь посмотреть на чистые улицы. К примеру, бульвар Космонавтов, Московскую или аллею кованых фонарей на Гоголя. Бульвар Космонавтов 66-64. Дворники молодцы. Чистота и порядок. От чего вот зависит чистота? Наверное, это наше общее дело. Ну, конечно, общее дело. Должны же все помогать везде. Посмотрите, сейчас вот этот листопад идет. Я считаю, что нормально. Я живу в центре, поэтому центр всегда чистый, а окраина не знаю. Довольны ли вы работой коммунальных служб? От чего чистота? Ну-ка. От нас самих. От чего же? От кого же еще? Как мы будем сами себя вести, так и будет нас природа беречь. Я могу сравнить с другими городами, как я был в других. Мне нравится, как работает наша служба. То, что касается города, то да. Брестские коммунальщики наводят лоск в городе как по старинке вручную с метлами и граблями, так и с помощью современной техники, которая не только значительно облегчает труд специалистов по комплексной уборке, но и гораздо эффективнее справляется с работой. В арсенале дворников воздуходувы, машины-пылесосы. Последние, к слову, незаменимые помощники в деле уборки. Они максимально освобождают тротуары и проезжие части от опавшей листвы и мелкого мусора. Ежедневно 10 единиц спецтехники чистят городские улицы от листвы и грязи. Самое тяжелое, что начинаем с утра и до 2 часов, считай, без перерыва. Выдуваем листву, дворники убирают после нас. Мы робим волки, они после нас убирают. Несмотря на то, что до календарной зимы еще месяц, коммунальщики уже готовы противостоять и зимним холодам. На покрытие дорог в этом году планируется высыпать более 25 тысяч тонн пескосоляной смеси, традиционного антигололедного реагента. Цифра аналогичная прошлому сезону. Уже сегодня на пескобазе завершаются работы по подготовке вещества. Кстати, почти готова и снегоуборочная техника. Наводить чистоту в городе будут 83 машины. Пескоразбрасывательные, снегопогрузчики, тракторы, самоходы. У нас работают опытные люди, которые прошли, отработали в условиях тяжелых зим, не такие, как последнее время. То есть последние года 4 зима такая, скажем так, не очень суровая, но мы все равно готовы к любой зиме, даже суровой. То есть люди у нас опытные, они работали в зимы, когда снега было по колено практически суровые. Поэтому мы знаем свою работу, мы абсолютно на 120% готовы. Представители коммунальной службы города заверяют, к зиме все уже готово. В случае необходимости чистить Брест от снега могут прямо сейчас.